любителям футболу, ви дивитесь програму «Додатковий час». Нарешті з вами я, Володимир Гонгалюк, на прізвисько Конг. І ми говоримо про футбол у вищій лізі Християнської футбольної ліги. Все-таки заговорився, як думав, щоб не сказати цього. З нами сьогодні Бондарчук Іван, Олександр Іванов, представники вищої ліги. Пока. Пока. І ми говоримо все ж таки, як пройшов тур номер 22 у вищій лізі. Перша наша гра – це Дарніса Атлант. Рахунок 5-2 на користь п'ятиразового, да? Чемпіона. Та я Дарніса. Вже забув. П'ятиразового чемпіона. І хто почне, хлопці? Хто, до речі, хто мав можливість побувати на цьому матчі? Саш, ти був? Смотрели ту гру. Ну, мене приглашали, але я не поїхав. А, ось тоді... Саша готувався к своїй грі, у нього через, буквально через 2 часа після старту этой игры была своя игра. Ну что ж, давай с тобой тут начнем. Я думаю, что начинать надо с суворых реалий, которые сложились на этом матче. Именно Атлант играл в 10-ром с полевым человеком на ворота. Вот, поэтому изначально шансов у команды казалось немного, но я скажу, по игре, в принципе, варианты могли быть. Потому что Дарница, конечно, владела серьезным преимуществом. Команда комбинировала, держала мяч. Но Атлант очень опасно огрызался в контратаках. И если бы они реализовали в первом тайме свои моменты, то судьба игры могла сложиться по-другому. Так, в принципе, Дарница на классе довела матч к победе. И практически, я смотрел минут 70, наверное. Все, что летело в ворота, акцентировано в ворота Атланта, оно все залетело. Поэтому, конечно, такое давать такое преимущество многократному чемпиону, чтобы хозяева эти не воспользовались, то есть тяжело. Но я говорю, что Атлант в плане контр-игры мне понравился. Так, конечно, шансов с таким сбором было минимум. Саш, что добавишь ты? Ну, я, походу, улыбнулся относительно победы на классе, так как я знаю, что за Дарницу играл молодежный состав 94-го года рождения на 90%, скажем так. На воротах стоял вратарь, который не был сильно знаком, опять же, организатором Дарницы, потому что основной вратарь Александр Зуев заболел. И 2 гола забил защитник Фещенко, который, ну, это, правда, игрок основного христианского состава, но он забивает, в общем... По большим праздникам, скажем так. Ну, это было свято, да? Да, да. Поэтому, уже на 20-й хвилине. Как бы мы с Богданом разговаривали буквально за 5 минут до начала игры и обсуждали, я его просто попросил, говорю, вы хоть как-то попробуйте выиграть. Он говорит, ну, в принципе, шансов нет. Ну, кто мог... Да. Но, как бы, кто мог знать, что Атлант приедет в 10-ром и без вратаря. Потому что тот состав, который был у Дарницы, это, в общем, был не состав. А что же стало причиной? Дарница просто не готовалась належно до цього матчу? Что она просто уже просто не выставляет уже состав на интерес, да? Христианскую футбольную лигу. Да. То есть они даже не пытаются его собирать. И я так понял по разговору Богдана, и не будут пытаться. То есть они доигрывают сезон, как бы, ну, это их право. Звичайно. А ми йдемо далі, і команда ФК Хелс приймала у себе в гостях команду Легенду. І рахунок 1-1 закінчився у цій зустрічі. Саша, що скажеш ти? Рожка видали, я бачу, з Хелс. Я спілкувався з арбітром, как бы, суддя достатньо новий, він судив всього там 2-ю чи 3-ю гру, тому, звісно, я з ним після гри зазвонився, мені було цікаво, як він справився, яка там ситуація. Тому він мені сказав, що, в принципе, по игре, по его мнению, больше преимуществом владела Легенда. Однако Хелс забил в первом тайме гол и достаточно успешно сопротивлялся до последней минуты. Рожок был удален, там была такая достаточно скользкая ситуация. То есть там игрок Легенды пошел в грубый подкат, тот вроде как тоже пошел в ответный подкат, но не было там какой-то драки или еще чего-то, просто, ну... Эмоционально себя проявил. В общем, в итоге игрок Легенды получил желтую, а Рожок получил, соответственно. Ну, мой коллега по команде смотрел эту игру, и то, что он мне рассказывал, действительно было много единоборств, была очень упорная игра, вот, которая шла до практически до первого забитого мяча. Хелс забил мяч, имел преимущество до последней минуты, и на последней минуте получил пенальти в свои ворота, но пенальти, как мне сказали, 100%, без вариантов. Вот. Поэтому я думаю, что, наверное,
обе команды были вправе рассчитывать на большее, потому что легенда, в принципе, мы уже с Сашей не раз об этом говорили, что очень неплохо играет и показывает хороший результат во второй части сезона. Хелс упустил победу на последних минутах, а 3 очка были очень важны для этой команды, команды ввиду борьбы за выживание. Поэтому, с одной стороны, обе команды приобрели, с другой стороны, я думаю, что обе команды в глубине души, и, может, и не в глубине, считают, что потеряли по 2 очка. Наступна гра «Березники» «Сія». Рахунок 1-4 на користь команди «Сія». Я знаю, Вань, що ти був присутній на цій грі. Так, навіть Саша був присутній. І Саша присутній на цій грі. Я в телефонному режимі теж був присутній на цій грі деякий час, а потім ти підізнався про це. На грі ще були представники Катрана, представники Дарниці. Там стільки президентів в одному місці, я бачив тільки у нас на собранні. Ну, на самом деле, конечно, игра была довольно-таки интересная. Интересно смотреть игру, когда, в принципе, до игры ты себе видишь какое-то развитие событий, и потом ты смотришь, как оно развивается, и ты просто сопоставляешь с тем, что ты ожидал. Конечно, начало было для хозяев обескураживающее, потому что буквально минут за 10-15 первых да, это, кстати, ошибка. Тут не 11, по-моему, даже 7-я минута. Мне кажется, мой хронометраж 7-й. Мне кажется, в течение минут 10 было забито 2 мяча, причем мячи были забиты, скажем так, при определенном мастерстве, безусловно, игроков СИ, особенно первый мяч, но нельзя не отметить, что были очень грубые ошибки со стороны обороны и во втором мяче вратаря. Вот. Конечно, пропускать 10, за 10 минут 2 мяча и потом отыгрываться вот, с командой, которая, в принципе, очень здорово обороняется, вот, было очень тяжело. Но «Березники» довольно-таки быстро тоже забили ответный мяч, счет стал 2-1. И, наверное, после этого можно сказать, что был отрезок «Березников». Но, опять же, мяч залетел в их ворота, третий, и, в принципе, при счете 3-1 игра закончилась. Тем более, там, по-моему, практически сразу после третьего мяча «Березники» остались в меньшинстве. Вот, были моменты у обеих команд, вот, но счет стал 4-1, и уже при счете 4-1 все могло забивать еще, там, по-моему, 2 или 3 штанги было. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что здесь во многом решили вот эти... два быстрых мяча, они полностью сломали, наверное, планы команды. Саш, что скажешь ты стосовно игры своей команды? Ну, на самом деле, Ваня все правильно говорит. Была какая-то выбрана тактика, исходя из состава. В принципе, я считаю, что эта тактика должна была сработать. Были пропущены 2, ну, гола, их нельзя назвать ошибками, это нелепости просто-напросто. То есть в одном случае защитник первый на мяче, он в течение, там, условно говоря, 30 секунд думает, выбить мяч головой или выбить его ногой, решает нет, остановить. В этот момент на него набрасываются 2 игрока СИА, забирают мяч и получается выход там, то ли 3 в 2, то ли 3 в 1. Но это смешно, учитывая, что этому защитнику 35 лет, и он всю жизнь играет, то как бы, ну... Потом идет навесная передача, падает вратарь, вместе с ним падает игрок СИА, игрок Березняков. Так вот, полевые игроки все повскакивали, что-то там метушились во вратарской. А вратарь лежал долго, пока нам гол не забили. Потом он встал и кряхтя пошел вытаскивать мяч. Опять же, опытнейший вратарь, который за нас играет там уже ну, сезона 7 или 8. А скажи, он своим лежанием поливал до судьи? Нет. Просто по-другому было столкновение защитников. Собственным игроком, да. Он как бы больше... Я потом спросил, а что ж ты не встал? Он говорит, а мне все время мешали, не давали подняться. Ну, смешно. Потом вроде бы забили гол. Как бы игра выровнялась, даже было наше преимущество, Ваня правильно все говорит. Второй тайм также начали. Потом нам забили гол, скажем, из вне игры. Да? То есть, как бы, но вне игры такой сложный, который без боковых арбитров определить, принять это решение надо было очень быстро. То есть там работало правило, что вратарь является одним из полевых игроков. То есть вратарь выскочил за пределы штрафной, его перебросили, оставался один защитник, один нападающий. Это вне игры. Судья просто, как бы я так понимаю, смотрел на защитника. Ну, мы все, кто судим, всегда смотрим в основном на последнего защитника. И исходя из этого и
и гол засчитал. Ну, а потом, как говорится, можно уже только руками размахивать. Ну, и удаление, конечно, нелепое удаление, то есть стычка между нашими двумя игроками, в результате которой судья хотел показать две желтых. Один из этих игроков обиделся, я не понял только на кого. На кого? На меня, по-моему, судя по тому, что он говорил. По-моему, Саш, на всю команду. Да, в общем, и ушел с поля. Естественно, по правилам это называется неспортивное поведение. Судья показал ему красную, ну и как бы дальше уже было все. Вот. Вообще, как бы, интересная игра была. У меня был товарищ на игре, он давно не видел нашу команду. Он посмотрел эту игру и говорит: слушай, вы здорово играли так. И что, на ком мы вести? Я говорю: на последнем. Он говорит: не понимаю. Ну, я тоже не понимаю, весь сезон не понимаю, а толку? Толку никакого. Ну, очі зрозумів, Леша. З команди Інтер. Гру своєї команди, я не знаю. От мені цікаво, хлопці, перед анонсом гри Динамо відрадний Інтер. Чи прогнозували ви такий розгром Інтеру 4-0? Чи все-таки у вас були якісь. Я просто не мав. Наскільки я пам'ятаю, я ставив 3-2, Саша 4-2 на Динамо. Или 3-1-4-1, вот я не помню. То есть мы ставили на уверенную победу Динамо. На перемогу Динамо, впевнено, а вот вона стала. Ну, чесно. Пікуля. Да, аж тричі. Честно говоря, для меня удивительны для меня две вещи. Первая вещь — это то, что Интер не забил. Все-таки команда, которая проповедует, всегда проповедовала и проповедует атакующий футбол. Ну и вторая вещь — это вот, по-моему, если я не ошибаюсь, Динамо отрадно играл с Аяксом, выиграл 6-1, и после первого тайма было тоже 0-0. Здесь 1-0, видим 43-46, то есть, в принципе, где-то в эти 5 минут решилась и судьба игры. Ну, Интер довольно-таки симпатичная команда, команда, которая строится по ходу сезона, много молодых ребят. Вот. Честно говоря, ну, то, что я знаю, то, по-моему, у Интера не было вратаря, не знаю, насколько это могло сыграть, но обычно это играет свою роль. Вот. Ну а Динамо показывает такой целостный футбол, я видел их в игре против New Life, то есть команда внимательно играет в обороне, и действительно вот этот хороший быстрый нападающий, то есть за счет его движения впереди, он очень хороший в контр-игре, где-то сам может решить момент, то есть вот он три мяча фактически забил и решил игру в пользу Динамо. Ну, а Сімчук так вирішив, відзначити, ти ж бігав по полю, взяв та і забив на 86-й хвилині гол. Ну, я от з Інтером ми грали в предыдущем турі. Я заметил за Интером, и вот эта игра, она где-то это подтверждает, такую вещь. Интер с нами очень мощно начал, где-то минут 30. На 30 минут их хватило, после этого Интер намного сбавил обороты. И вот тут опять, первый тайм они, получается, выдержали, а во втором повалились. То есть, мне кажется, есть проблемы в физической готовности. Динамовцы тренируются, то есть, тренируются, насколько я знаю, по один или два раза в неделю. То есть, там у них этих проблем нет. Команда сыграна, в общем-то, ну, неудивительно, скажем так. То есть, то, что Интер не забил, вот если бы он забил, он должен был в первом тайме забить. Во втором он бы не забил Динамо. Зрозуміло. Ну що ж, Аякс, Благодать, Старс та Катран перенесли свої ігри. І остання гра в цьому турі, як булася, у нас Самсон New Life. Рахунок 8-0. Скажи, Ваня, чи було бажання перенести гру? Я знаю, у вас гра була о 10-й, здається, о 10-й в неділю. І всю ніч лив дощ. Як взагалі стан поля був? В желанні перенести гру було у арбітра. Он позвонил мне, разбудил меня в 8 утра с вопросом, может, не будем играть? Ну, ему-то зрозуміло. Здесь мне, конечно, в первую очередь, вот я об этом тоже хотел сказать, очень интересная позиция судьи, потому что, как мы знаем, если игра назначена, то решение о переносе игры в связи с неудовлетворительным состоянием поля или еще по каким-то причинам, там, не сбор одной из команд, может принять только арбитр матча. Если арбитр не собирается приезжать на игру, то... Кто примет решение? Кто примет это решение? Ну, на самом деле, действительно, осадки подпортили значительно поле. Если на флангах поле было, скажем так, неплохое, то в центре, особенно по истечению времени, было очень сложно. Поэтому, конечно, я думаю, можно только поблагодарить обе команды за ту самоотдачу, которая была. New Life играл в десятером, им было еще сложнее, но ребята бились как бы до последней секунды.
заметно. Вот. Ну, и на самом деле, что я скажу, что были моменты у обеих команд, вот, но у New Life отсутствовало несколько игроков, которые строят игру прежде всего в атакующем плане, поэтому, я думаю, их однозначно не хватало. Плюс, наверное, где-то и, безусловно, и то, что команда играла в десятером без замен, очень сложно было по такой погоде, потому что даже во время игры шел дождь, было очень непросто. Поэтому я думаю, что, что касается переноса, вот, что ты говоришь, что можно было обсуждать этот вопрос, но... В принципе, у нас команда уже собралась на игру, то есть люди поприезжали с дальних расстояний. Да и сейчас, как бы, в связи с тем, что по регламенту все игры должны быть доиграны до последнего тура, это вносит также определенные сложности. Потому что либо надо в выходные дни будет проводить две встречи, либо в будний день. А в будний день можно проводить встречи только на полях с освещением. И тем более нет никакой гарантии, что в дальнейшем погода будет лучше. Да. Зрозуміло. Саш, що ви хотіли добавити? Що я... Ну, чесно говоря, коментувати гру, яка закінчилася счетом 8-0, это, в общем, хочеться оцінити Ванину скромність, конечно. Да, могло, как бы, вот. Но на самом деле, ну, 8-0. Ну, мы на анонсе говорили, что вероятность плохого сбора у New Life очень высокая, потому что команда исторически любит играть вечером. Я, как бы, мне сложно понимать, почему она любит играть вечером, но она любит играть вечером. Да. Ну, то есть, поэтому я даже когда арбитра на эту игру приглашал, я ему сразу сказал, что игра будет, скорее всего, простая. Так, в общем, оно и получилось. Зрозумел. Вот с таким вот был анализ туру 22 у Ищелези. Залишайтесь з нами і обов'язково побачите анонс.